отечественный автопром. А я искренне порадуюсь за еще одну машину, которую собирают в России. В Ижевске. Все. Про воду забыли, как и про все остальное. Начинаем играть в серьезные игры. Серьезные ижевские игры. Что они из себя представляют? А вот такая серьезная машинка. Kia Spectra. Машина продается в Магнитогорске, официального дилера. Фирма Kia. Уралах, разумеется. Хорошо. Машинка интересная. Двигатель 1.6, но 101 лошадиная сила. По первому чтению, я вообще любитель больших машин. Это внутри достаточно большая машина, да и снаружи она не маленькая. Комплектуется машина. В зависимости от вашего желания, соответственно. Хотите на автомате, будет на автомате. Хотите полный электропривод, будет и электропривод. Хотите кондиционер, будет соответственно и кондиционер. Не знаю, как не пробовал, но попробуем. Обязательно вариант на автомате. Этот же вариант на механике. Ну, видите, микрофон вообще. На достаточно дубовой летней шине. И даже на достаточно дубовой летней шине. Машина замечательно управляется. Да и, кстати, компания «Уралавто», которая в очередной раз, повторюсь, является официальным дилером фирмы Kia, гарантирует вам самую низкую цену в городе. Потому что, ну, к сожалению, и другие люди таскают. Вероятно, оценит возрастающую популярность Kia Spectra. Да, действительно, можно порадоваться за российский автопром. За российско-совместный, так скажем, автопром. За фирму СОК, которая решила кардинально изменить отношение к автомобилю и для самих себя, и для нас. И купила линию по производству Kia Spectra. У меня двойственное отношение. Жалко, конечно, Ижа. Когда-то это была очень современная ситроеновская разработка. Но, к сожалению, до ума эту машину так и не довели. Поэтому решили собирать Kia Spectra. Эта машина доступна, ну, при небольшом кредитовании даже и мне. То есть нижняя планка цены 354 тысячи. Ну а если захочется потом когда-нибудь с автоматом, по крайней мере сегодня с автоматом Kia Spectra стоит 415. Что тоже, в принципе, доступно зарождающемуся российскому среднему классу. Я согласен с Алексеем, что машина американская, да, и читал об этом много. И это автомобилька предшественник Kia Shumai. Но вот когда она выпускалась и поставлялась, в том числе и в Соединенные Штаты, была достаточно популярна там, она стоила 16 тысяч долларов. Сейчас, так как, ну, модель считается уже старой, хотя вот по мне, по-моему, она достаточно современна, то есть она и по облику, и по внутреннему убранству, и вообще достаточно современный автомобиль. И здесь есть уже в базе две подушки безопасности, а также радиоподготовка. Ну, кондиционер, эта комплектация немножко подороже. Кстати, сюда можно установить рутиновую магнитолу. Что в заключение хочется сказать? Еще раз, машина доступна. Машина, будем надеяться, пришла в Россию серьезно надолго. Ну а когда-нибудь фирма СОК, наверное, поставит в нашу Магнитогорскую Уралавто какую-то новую модель.